Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как можно быстро почистить апельсин. Для этого нам нужен апельсин, ложка и ножик. Нужно сделать аккуратный надрез, чтобы не прорезать апельсин по кругу. Дальше берем так ложку и просовываем ее туда. И так делаем это движение по кругу. С этой стороны сделали. Теперь делаем с этой точно так же. После того, как мы это все сделали, берем это вот так вот, это вот так вот. Вот видите, как можно легко и быстро почистить апельсин. А вот кожурки, которые остались, можно пустить на цедру для выпечки.